Ча-ча-ча, о, куда пришли, ой, как классненько, 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 классненько. Люш, мы здесь идем. Смотри, что она унюхала, где Митя отписывал. Илюш, где Митя отписывал? Она унюхала, где Митя отписывал. Ножки. Началась охота. Она жлёт, ты вокруг дивана бегает, ты же знаешь. Да уж. О, смотри, Лиз, собачь собаку. Нет? Не понравилось. А домик свой нашла. Идем, Лизунь. Пошли. Пойдем. Лизунь, ты куда? Колбаса. Слушай, прямо и ходу это на второй этаж. А ты знаешь то, что она на коробку залезла? Нет. Коробку залезла, где игрушки у нас обычные мягкие. Да, она сама залезла. Маленькая такая. Она уже не маленькая. Уже прям ничего так себе. Лизуха. Ты вспомни, как она была, Манюш? Вот такая. А сейчас смотрим. Такая. Не грызи ногти. Ногти не грызи. Сейчас вокруг дивана будет бегать. Потя. Какой ты скользкий, Лизунь. Нет, Лизунь. Иди-ка ты с дивана. Сейчас сиганешь еще, да? Ну вот вырастешь, когда научишься. Ну, знаешь. Или уж тебя пускай ноги сам скушает. Ругается, слышишь? Кто ругается? Что здесь собака? У кого на попе блохи? У кого блохи на попе? Пошла блохастая попа крутить попой. Слушай, а не понравился ей собака, видал? Я сначала контейнер улучшения возьму, чтобы ожидать премию в контейнере золотого. Что бы я ни ожидал, там должно быть что-то очень интересное. Посмотрим. Бабуль, тебя уходит окно. Ай! Кто меня поцеловал? Кто меня поцеловал? Какой табак меня поцеловал? Какой табак? Опа, на! Редкий чертеж. Еще 9. 5 и 9 чертежей. Короче, я тебя слушаю. Беги. Беги. Пать. Ну, спустись, поиграй с ней. Слышь меня, нет? Я готова. Я сейчас накрою тебя этим сверху. Да ладно. А, тетя Оля приезжала, привезла новую черепаху. Хочешь, покажу 200 рублей? Давай. На. Шу-шу-шу. Шу-шу-шу. На. Тетя Оля привезла. У которой это... Шкода. Лиз, лезай. Ой, какая сегодня. Вот, смотри, этот понравился. Как его? Из мультфильма-то, с Макдональдс. Как его зовут? Ну, этот... Лохматый.
Ну, как же знаете, тело? Шахмат. Как его звать? Не знаю. Потому что тому? Что кончается на С. Или на Ф. А бабуль тебя это рассаживал, перец рассадила, помидор рассадила, потом ты не будешь сходить. Посмотришь, что это ты. Еще лампу повесил, еще одну. А вторую лампу сломал, завтра поедем за вторую лампу. Что, фиолетовая сломалась? Ну, фиолетовая не сломалась, ну что бы я купил? Она сама фиолет не сломалась. А сломалась вот, куда ее вставлять? Как это называется? Удлинитель? Нет. Сама лампа стеклянная, светится красным, правильно? А вставлять ее во что? Маленькую лампочку вставлять в цоколь, а большую? Как это называется? Не знаю. Аналогичная фигня. Вот эта фигня сломалась. То есть она бракованная, видать, была. Я тебя съем. А вот так, короче, с дедом мы приедем, стол принесли. Бабулька жжет вниз. Чё? Какая злая собака! Такая бабака! Траляляка! Траляля! Шу-шу-шу! Ничего я вам не скажу. Я вас слушаю. Внимательно. А, до 25-го года. Что ж, Коля? Что ж, Коля? Да у него пупок лысый, такой, но пупок наружу. Пупок у него такой наружу. А что сразу меня-то? А кого? Ну, бабулю. Что это? Кто это? Интересно, бабики. Да. По поводу идеи топлива, 15 золота, еще 6. Уровень 2. Да вы серьезно, да?
Малю.